Очень прошу, не будем пока афишировать наши чувства. Ты меня стесняешься? Ну что ты. Конечно же, нет. Нет. Просто я хочу разобраться совсем без скандала. Это 2-3 дня, а не 2-3 года. Ладно. Можно позвонить бабушке? Да? Возьми мой сотовый. Прости, я достану. Смешная. Гастон, надо поговорить. Мария Пиа, я тоже хочу с тобой поговорить. Идем в кафе. Лучше здесь. Это важно. Я хочу сказать... Я тоже. Хочу сказать, что я тебя люблю. Смотри, не разбился, работает. Я его не сломала. Зачем ты сюда пришла? Зачем пришла? Да, прости. И я хотела тебе сказать, что мне с детства нравилось прятаться под столом и кусать за ноги бабушкиных гостей. Отлично. Но вот что, ты не девочка, а я не хожу к твоей бабушке. А зря? Такая лазанья? Я не ем лазанью. Простите, что вмешиваюсь в этот абсурдный разговор. Нет, дорогой, абсурдно то, что она сидит под столом у тебя в офисе. Что она там делала? Уволь ее. Не могу, она работает на папу. Тогда пусть идет и лезет к нему под стол. Сесилия, посмотри, не нужно ли чего твоему шефу? Я только что спросила, ему ничего не нужно, а тебе нужно. И все-таки сходи, может, Мечи... Мечи еще не приехала. Вот что, иди к автомату с газировкой и выпей стаканчик. Я угощаю. Что? Если ты угощаешь, то плати. Ладно, я сама. Проваливай. А может, вон! Какая грубая.